сегодня я поздравляю телеканал и нас всех тоже с таким вот, с такой датой, 17-летием. Желаю всем сотрудникам канала и руководителю, и сотрудникам помощи Божией. Вы делаете очень правильное, очень хорошее дело для нас, для всех. Мало кто из православных не смотрит вашего телеканала, может, только потому, что его в сетке вещания, там, не знаю, там, как еще правильно назвать, если его нету. А в основном, конечно же, все мы смотрим постоянно «Союз». И «Союз» для нас такая отдушина православная. Некоторые люди говорят, что правила, утренние и вечерние правила творят вместе с телеканалом. Это тоже очень интересно, и много очень интересных познавательных программ. Я вам всем желаю помощи Божией еще раз. И пусть Господь хранит ваш канал и руководство. И знаете, вы развиваетесь. Вот, и в этом году мы провели совместное богослужение в прямом эфире, работали, и приезжала съемочная бригада, и снимала святыни Чувашского края. Нам это было очень радостно, для нас это очень хороший новый опыт, я думаю, что и для телеканала тоже. Развивайтесь дальше, пусть Господь вам помогает с праздником, с днем рождения.